Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Антух Играет, и добро пожаловать на мой подкаст, где я говорю обо всем. И сегодня подкаст будет реально, ну, он без какой-то конкретной тематики, хотя, наверное, можно ее будет и вычленить в процессе разговора. Но начнем. В общем, короче, подкаст просто я хочу поделиться какими-то мыслями очень отвлеченными. Началось все с того, что, в общем, меня допекает, меня бесит, у меня подгорает. Вот. Началось это с того, что я жду третий XCOM. Я жду третий XCOM. Я очень надеялся, что его анонсируют вот в этом году, но положили болт на третий XCOM и не хотят его анонсировать. Хотя во втором XCOM история ничем не закончилась. Вполне она закончилась, но там была жирная такая затравка на то, что надо продолжать делать. И, конечно, его рано или поздно сделают. Но я уже вот жажду, потому что время-то идет. Моложе-то я не становлюсь, а играть хочется, как бы хочется, вот уже поскорее. Но не суть важно. То, что был XCOM химера Squad, это, конечно, любопытная наработка, но это не XCOM. Это любопытная наработка. Называйся эта игра как угодно, будь она в любом другом сеттинге. Да, это была бы классная пошаговая тактика, но у нее в названии стоят XCOM. Вот не надо вот больше так делать, пожалуйста. Вот э, любопытная наработочка, но больше так не делайте. Хорошо? Хорошо? Да, их болт на меня положит сейчас сверху вот, на лицо, чтобы висел вот тут вот, вот трясся и попахивал мне в нос. Но не суть. И каких-то чуваков зачем-то расколбасило сделать XCOM на мобилках. XCOM на мобилках. Мы все ждем. Третий XCOM. Ну, не все, конечно, но я жду. А мне выкатили вот... Вот болт лежит, и вот начал, значит, балабушкой пум-пум-пум вот, мне в нос тыкаться уже. Типа, наслаждайся. Мобильный XCOM. Не буду я в это дерьмо играть никогда. Ни за что. И вот значит, обо что я хочу повонять. Мобильные игры. Игры для мобильных платформ, для смартфонов, для телефонов, да, для наших, для всех. Не вижу ничего плохого в том, чтобы игра выходила на мобильном телефоне. Вообще ничего плохого в этом не вижу. Потому что телефон удобно взял, поговорил, взял, во что-то поиграл. Классно, классно. Бесит что? Бесит то, что вы не можете на смартфоне в большинстве игр просто играть. Но там нет игр, которые можно пройти от начала до конца, там нет законченного продукта с фиксированной стоимостью. Грубо говоря, условная контра на денде. Вот была контра, вот там 8 уровней, проходишь их за час. И молодец, ты спас землю. Вот такую игру, пожалуйста, на телефон. Вот, я заплатил 300 рублей, вот я землю спас, и все. Хочешь, переиграй, не хочешь, не переигрывай. Все. На, ну, все знают, что есть такой термин ⁇ донатная помойка ⁇ На мобильном телефоне любая игра будет выманивать из тебя деньги, просто выманивать. И ладно бы эта игра была игрой, да, но это же не игра, это кусок говнища просто. Но это невозможно играть. Там геймплея как такового нету. Что такое геймплей? Геймплей – это максимально повторяющееся действие, которое вам предстоит делать. Из геймплея состоит игра. То есть игра, например, в жанре шат, э, shoot and run, типа стреляй и беги. Что там? Какой там геймплей? Ну-ка, стреляй и беги. Какой геймплей? Геймплей – стрелять и бежать. Поэтому, когда многие комментаторы от игры в жанре shoot н ран говорят, там нет сюжета и нет смысла, так ты не играешь в РПГ, ты не играешь в sci-fi фантастику, ты не играешь в симулятор ходьбы с глубоким сюжетом, ты играешь в шут н ран Какой ты сюжет ищешь? Зачем? Стреляй, беги. Ты стреляешь, ты бежишь. Вот, это геймплей. В большинстве донатных игр геймплея как такового нету, но его нету. То есть, э, там есть действия, которые будут все время повторяться. Их два: одно: ты будешь непрерывно платить деньги, и второе ты будешь тыкать в иконки. Тыкать в иконки это не геймплей! Есть игры в жанре point and click, но это point and click, это точка и клик, то есть какая-то точка интереса, ты на нее нажимаешь, что-то происходит, ты выбираешь из нескольких точек, и в зависимости от того, в какой последовательности ты на них придешь, что-то произойдет, допустим, в разной последовательности, тебе может это привести, к, там, например, к трагическим последствиям для твоего персонажа или к нетрагическим последствиям для твоего персонажа, а просто тыкать в иконку, просто тыкать в картинку, это не геймплей, это тыкать в картинку, Красивую девушку себе картинку скачайте, тыкайте ей на грудь пальцем, от этого больше интереса, чем просто тыкать в картинке, там хотя бы тш, грудь хотя бы ты тыкаешь, Может, и вот так вот еще елозишь допустим, в этом смысл хотя бы какой-то у вас в голове рождается более глубокий, чем тыкать в картинке. Мобильный XCOM. Что такое мобильный XCOM? Это вы будете непрерывно донатить за то, чтобы ваши сраные оперативники бежали и могли убить пришельцев. Потому что первые 10 уровней вы убьете пришельцев нормально, а потом вы упретесь в пришельца, которого вы не убьете из того оружия, которое у вас есть. Он, вы, ваша броня не выдержит его попадания, вам надо будет купить броню. Вернее, конечно же, ее надо будет создать. Чтобы создать, нужно 256 тысяч миллиардов ингредиентов. Их долго собирать, поэтому купи готовый пак ингредиентов. Они будут долго лабораториться в лаборатории, поэтому купи Ускорители лаборатории, поэтому там до, там до бесконечности говнище будет. Я вам гарантирую, я даже не буду в это играть. Откуда я это все знаю? В свое время я э, играл ВКонтакте, и, играл, играл, в кавычках. Мне было делать нефиг, я скачал от студии Плариум игру «Правила войны. Ядерная стратегия». Это так она в российской локализации ВКонтакте идет. На самом деле, у меня там какое-то другое название, не суть важно. Кто ее хоть раз ВКонтакте видел, тот прекрасно понимает, о чем речь. Кто не видел, то я вам расскажу. Карта у вас, на ней вы строите кучу заводов. Каждый завод надо улучшить до 20 уровня. Каждый завод что-то делает. Вы нанимаете различные войска. Просто циферки, иконки. То есть пехотинец, картинка пехотинец. Ну да, картинка это рендера 3D модельки, весьма красивой, но все, на этом творчество кончилось. Вы бегунок выставляете, 600 пехотинцев купить, все, через два дня, два дня, через два дня у вас 600 пехотинцев, ну или там, грубо говоря. Конечно, можно мгновенно, но заплати 100 кристалликов, 100 кристалликов стоит 25 рублей, Хо -хо, мелочь, мелочь, но вам они же десятками тысяч нужны пехотинцы. Десятками тысяч, танки нужны с тысячами, самолеты нужны тысячами, крейсера, линкоры звездные есть, они вам тоже нужны тысячами. Понимаете, да, к чему это все идет? И дальше самое главное геймплей. Вы выходите на глобальную карту, выбираете, например, базу. Вы хотите напасть на базу вашего оппонента. И вы просто там 10 тысяч солдатиков послать на базу. И все. Просто такая стрелочка красная нарисована. И по этой красной стрелочке типа ваш отряд идет. И он идет, например, 4 дня. Потому что вы на другую часть карты их послали. И у них маленькая скорость. И, конечно же, вы можете использовать ускоритель передвижения, что они придут за 10 минут, которые стоят сколько-то там кристалликов, которые стоят сколько-то там денег. Вот вам вся эта игра. Игра это не играя, вы тыкаете в иконку солдатика, вы тыкаете в иконку стрелки, и когда же наконец ваши солдатики приходят на базу, вам даже не дадут разыграть какой-то бой, мини-бой, то есть какой-нибудь, как в Героях три, хотя бы три плоских солдатика, и там какой-нибудь танчик, и вы тыкните, что типа этот, и стрельни из пушки, и стрельнуть из пушки, и, там куда стрельнуть, там в голову или там в ногу, ну абстракцию несу, но тем не менее. То есть там геймплея не будет, просто ваша стрелочка дойдет до базы, 15 секунд что-то произойдет, стрелочка пойдет назад. Она будет тоже 4 дня назад идти. Ну, зависит от расстояния. Там можно и 20 минут, и 30, и 6 часов, и 8 часов, и 12 часов. И вам сообщение придет: что типа о, там включается калькулятор, плюс рандом. Он считает, кто на кого напал, какие там соотношения, кто защищался, у кого какая сильная атакующая сторона, вычитается. И, допустим, ваши 10 тысяч солдатиков погибли. 2 солдатика возвращаются, потому что у него там было 10 тысяч крейсеров. Атаковать пехотой и крейсера бессмысленно. Та-да-та-да-та. -да -та -да -та. Вот геймплей. Геймплей тыкать в картинки. Тыкать вы будете в картинки. И э, я долго в эту игру играл, потому что не было абсолютно делать нехрен. Я приходил на работу, открывал ее в параллель, и там все еще очень долго улучшается. Например, когда вы будете улучшать здания до последнего 20 уровня, они будут улучшаться у вас 2 дня. А зданий у вас не 10 на базе, не 20 и даже не 30. У вас подполтос зданий, и они будут долго улучшаться. По два дня. Ну вот я где-то полтора года играл, я все здания до 20 уровня улучшил. Я не закидывал донат. Один раз я закинул 200 рублей с телефона, просто посмотреть. Это что-то было 100 кристалликов. 100 кристалликов это 10 минут отряда у вас мгновенно пришли, и все. А, игры за полную стоимость. Нет, не слышали. А дальше идет, ну вот на примере этой же правила войны, ядерная стратегия, потом была от Плариума, она и сейчас, наверное, есть игра, конфликт. Это то же самое, абсолютно то же самое, только с другими картинками. Если ядерная стратегия, она про постапокалипсис и будущее, там все такое футуристичное, то конфликт, оно типа под войну на Ближнем Востоке. То есть там более все реалистичное. Там танки меркова ездят, хамеры, то есть пехотинцы, морпехи откровенные. То есть типа под современный боевой конфликт. Есть точно такая же игра, та же самая схема. То же самое абсолютно. Только про рыцарей, орков, эльфов, лучников в фэнтезийном сеттинге. Но она та же самая. У нее основа та же самая. Там постройки и функционал. Они называются постройки по-разному и картинки у них разные. Но функционал тот же самый. Если вы играли в ядерную стратегию, вы в конфликтах прекрасно понимаете, что зачем строить и что у вас где открывает. Все. Принцип тот же самый. Это стрелки, которые ходят по карте, и вы непрерывно тыкаете в иконки. И вот это дерьмо в подавляющем большинстве. А на мобильных то же самое. Но только заменили иконки 3D-моделькой. Вот стоит у вас 3D-моделька. Опять же, от компании Plarium я скачал Терминатор генезис The Future War. Да? Почему? Потому что, ну, знаете, у меня на каналчике есть пара видосиков. Я оттуда модельный ряд Терминаторов, короче, в общем там Какую-то им Историю пытаюсь про них придумать и рассказать что-то повеселее, -по как могло бы быть. Будь это нормальная игра с нормальным геймплеем, что бы в ней могло происходить. Так вот, этот терминатор Genesis Future World, там все то же самое. Там 60 построек на базе, которые точно так же улучшаются. И там, типа, есть 3D-модельки в этой игре. Они очень сильно упрощенные для телефонов, но они есть. И можно было бы какой-нибудь геймплей сделать элементарный, что типа ткнул в терминатор, нажал, куда ему бежать. Он бежит, там та-та-та, что-то стреляет, какую-то защиту ты применяешь кнопочками, что-то стрелять. Нет! Там точно так же прилетает, только вместо стрелочки теперь три типа охотника-убийца, я за Скайнет в нее играл. Типа три охотника-убийцы летят, типа вот и ваш отряд прилетел, там потом они пи 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 пи, и летят назад. Все, вот это вот весь геймплей. Геймплей в том, что все, покупай за реал, значит, чтобы у тебя быстро база строилась. Ну, в этом смысла нет, вообще в этом смысла нет. И таких игр их вагон. Вот, например, есть рейд, да, Shadow Legends. Но у них хотя бы, у них реклама прикольная. Вот рейд мне, мне реально нравится, реклама. Говорит, это орки там морят, этот скелет несчастный психотерапевта. Там много, как он потом на полосе препятствий бегал, в раздевалках, там тоже, как ему солнце. Рекламы реально прикольные. Рекламы прикольные, но в игре этого всего нет. К чему я это все? Да, там вы сами все прекрасно знаете. К тому что. Любой более-менее адекватный человек, умеющий отличать речку от озера, да, понимает, что это игры, это не игры, это говно, чтобы ты заплатил за это денег. Но ведь они же развиваются, они же просто бешеной популярностью пользуются, и ведь самое поразительное, люди в них играют, типа играют. Мне хватило вот один раз 200 рублей закинуть, чтобы понять, что в это не надо вообще с этим связываться. Кому-то не хватает, кто-то закидывает. Это его выбор, конечно. Но мне просто хочется вот к этим людям обратиться. Ну идите вы на торрент, скачайте вы оттуда любую игру от начала до конца, которая проходит, скажем, Mass Effect Legendary Edition. Пройдите все три части Mass Effect и поймите, что вот игра от начала до конца сюжетом, с последствиями выбора, с кастомизацией персонажей, с оружием, которое не надо за 100 рублей, за 200, 300, 400, 500, 600, 800, 900, 1200 покупать. А оно в игре находится. Вот игра. Ну, не знаю, думаю, Тернал скачайте из свежих, и старого, не знаю, Dead Space 1, 2 скачайте. Вот игры, понимаете? Это готовые продукты, но вы их на торренте скачали, ладно. Но вообще люди за них платили какую-то фиксированную сумму. Например, Fallout 4 я купил за 3500 тысячи рублей. Fallout 4, все. Наиграл 300 часов. Мне понравился Fallout 4. Вот, конечно, не Fallout, но мне понравилось. Ну, прикольно. Я большую часть времени хижин для бомжей строил и броню их наряжал. У меня было поселение, вооруженное только миниганами, только в армейской броне. Другое поселение было только в металлической броне и вооруженное только автоматическими дробовиками. Ну, вот я сам себе такое развлечение придумал. Я сам себе это развлечение придумал, я сам его делал. Само все строилось, строилось мгновенно. Я не платил никакие кристаллы, никакие деньги не переводил. Вот, игра от начала до конца. Ну, люди, ну, люди у вас вот здесь вот, если вот так сделать, там мозг, головной мозг. Головной, потому что он всему голова, он управляет вами, думает мысли. Прекратите, пожалуйста, участвовать в этих лохотронах. Ну, серьезно, это не видеоигры. Причем а, условно-бесплатные игры. Это тоже хрень полная. Ну не может игра быть условно-бесплатной. Условно бесплатной, вы разовьетесь до третьего уровня, а потом все равно надо будет купить как World of Tanks. Я играл в World of Tanks. Во-первых, в нем смысла нет. Она никогда не кончится. Ну в чем смысл World of Tanks? Ну в чем смысл? Что ты? Одержал победу во Второй мировой войне, на Тигре въехал в Москву, если за Германию, или на Исе въехал в Берлин, если за Советский Союз? Нет, вы просто до бесконечности ездите и долбитесь на этих танках. Ну ладно, там хотя бы геймплей. Там хотя бы геймплей нормальный, с физиками, с баллистиками, все как положено, процесс увлекательный. Я даже там один танк купил за 720 рублей, Пантеру эту М10 на скидке, потому что сказал, ладно, проект хороший, качественный, надо поддержать рублем. Купил Пантеру, пожалуйста. Но там хотя бы полноценный проект, понимаете? Хотя бы понятно, там все работает, что-то все стреляет, пердит, свистит, ездит там, тактики, стратегии, кустодрочеры сплошные. Там вообще дрочеры уже. И, играя в танчики сейчас, вы удовольствия не получите Потому что там все все выучили Вот я не играл год У меня есть 100 я выезжаю И у меня какая-то вот залупогорск какой-то подъезжает И пробивает меня Я такой, что? Я тяжелый танк Я должен пернуть и тебя сдуть Я пернул, не пробил Ты лошара, учи, куда какой танк надо бить Да иди ты в шубу, у меня тяжелый танк Я должен стрельнуть, он должен сдуться Все, нет Учи, куда пробивать Это нет это не для меня Не суть важно. Ладно, World of Tanks условно-бесплатно. Есть условно-бесплатные игры, где вы получаете нормальный геймплей, как тот самый World of Tanks. А есть условно-бесплатные игры, где вы не получаете ни хрена, и вы еще должны платить за это деньги. Потому что вот тыкать в, в, в иконки, это не геймплей, это фигня. Понимаете? Мысль моя, понимаете? И на моби... в мобильные игры играет очень много детей. Дети играют, и дети туда несут кучу денег. Понимаете? Дети играют, и дети несут кучу денег. Дети пока что не понимают, что, что они делают, и могут очень много задонать. Ну, родители, взрослые, ну, пожалуйста, ну, ну, объясните вы, ребенок сейчас ваши деньги туда донатит, да? Ну, как бы ладно. А потом он свои будут туда донатить. Деньги на деревьях не растут, их надо заработать. Мне вот жалко моих заработанных денег, где я стою по 8 часов и краску нюхаю, вонючую с растворителями, а потом отдаю за, по 200 рублей за 100 кристалликов, которые на 15 минут. Ну, условно. Ну, это то же самое. Ну, я же на работе стою. Не... Я готов купить игру за 4000 рублей, да, но это будет завершенный продукт, который подарит мне какие-то приключения, эмоции, впечатления, там, домиков по настрою, бомжей, дробовиками вооружу. Ух, какой я молодец. А тут-то Что? Тут я буду пальцем в экран тыкать. А, иконка пошла. А, иконка. Там даже не сисик нет. В плане они есть у некоторых моделей, но в плане, ну и что? А вот так можно делать? Нет, нельзя. Ну, смысл? А мысль-то моя какая? Чего у меня бомбит? От того, что это дерь... дерьмище мобильное. И крупные издатели пошли в это мобильное дерьмище. Да, я начал с XCOM. И почему? Потому что вместо нормального третьего XCOM мне предложили вот такую хрень мобильную. И я... я не буду и пользоваться. Но ведь раз ее сделали, ведь кто-то же пойдет в нее играть. Ведь кто-то будет играть. И ребята скажут, боже мой, наш XCOM переезжает теперь на мобильные платформы. Там и так уже есть второй XCOM. На мобилках есть, его сделали порт. Что-то самая дорогая игра, по-моему, 1400 рублей, что ли, стоит. И первый XCOM за 700 рублей есть на мобилках. И он от начала до конца завершенный. Его можно пройти, может там солдатиков КЦ. Имена им переписывать, сделать там, не знаю, там, блин, Арнольд Шварценеггера солдатика сделать и следить, как он будет выживать в каких-то миссиях. А может его убьют? О, нет, его убили пришельцы, будете за него переживать. А здесь что будет происходить? Что? Что будет происходить? Что? Что? Сраный этот скелет, который в рекламе. В рекламе он прикольный. Ну и дальше-то что? Ну вот он там машет или барды, вот хпшечки снимаются. Вот не прошел, потому что твой уровень слишком низкий. А купи ты новый уровень, тогда ты его пройдешь. Канами, канами. Контра. Следующая контра будет на сотовом телефоне. Ой, я мышь, оказывается, себе на лоб поставил. Только сейчас ты заметил, убрал ее. Вот тут вот была. Где? Вот здесь вот мышь была только что, видали? Не мышь, которая мышь, а которая мышь, курсор. Интересно, как долго она там была? Не суть важно. А -а -а -а. Контра. Контра, про которую я говорил в начале ролика. Да, от начала до конца. За час пробежал 8 уровней. Ура, ты спас планету. Нет, теперь контра будет на мобилочках. Она уже давно там есть. Но она там тоже проходится хотя бы. А будет новая контра. Новая контра будет. Не вот это вот контра. Вот это, не пойми что, выпердок. А контра. И который сейчас делают. Будет 200 уровней. В новой контре будет 200 уровней. Вы понимаете, какое ведро денег вы должны будете выплеснуть, чтобы пройти 200 уровней в контре? 200 уровней в контре! Ну, будет здорово, если бы хотя бы там стрелять будет интересно, потому что контра это жанр как раз шатын ран, да, то есть беги и стреляй. Ну, хотя бы, я надеюсь, хотя бы бежать и стрелять-то в ней интересно будет. А то ведь может быть тоже, что иконочка типа, да, вот, да, ты бежишь, вот иконка, ты бежишь, да, и, пожалуйста, кристаллики вкидывай за каждый патрон. А что, нынче патроны дорогие, 7,5 рублей патрон, ну-ка давай. А ты стреляешь-то их по 200, по 300 за уровень, а уровней-то 200, ну-ка помножь на каждый патрон-то, да, 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 да. Да. Компания CD project Red недавно выкатила Monster Slayer. Типа, убийца монстров. Ну, за вечер разумеется, Ведьмак. Ну и чё? Люди играют в нее и говорят, и чё? Не кидая деньги, играть невозможно. Не кидай деньги, играть невозможно. Деньги кидаешь туда ведрами по 7000 рублей за неделю. 7000 рублей за неделю. Я постоянно сетую, что игры для консолей дорогие, ну, лично для меня. Для меня на ПК купить игру за 3000 рублей я уже начинает такой, за 3000 рублей, что-то за переиздание Mass Effect, а, игры 10-летней давности, 15-летней. Ммм, дороговато, дороговато. Что-то я, пожалуй, я столько не зарабатываю. А тут просто 7000 рублей за то, что ты просто в мобильном телефоне тыкаешь, ударить мечом ударить мечом с размаху, кинуть бомбочку. И моделька такая, о, я моделька, мне плохо, я умерла. Что это такое? 7 тысяч рублей. Кто-нибудь может сказать компании CD Projekt Red, идите в жопу? Вы с киберпанком обосрались, и они же, они, они киберпанк не собираются исправлять. Где обещанные бесплатные дополнения? У нас будет куча бесплатных дополнений, пять штук. Где первое? нету. Но мы поляки, сделали киберпанк. Киберпанк хорошая игра. Ролевая из названия уберите, и хорошая игра. Но где дополнение-то? А где в киберпанке метро? Обег а по стенам, а кастомизация машинок. Я не любитель машинок, но просто если вы задумали изначально сделать кастомизацию машинок, ну прикольно, для такой большой игры это действительно прикольная тема. Ну верните вы ее назад-то. Ну, ну уже полгода, про так, почти год уже скоро будет, как вот, зимой, как прошел с момента релиза. Ну так уже это верните назад, машинки-то. Что вы делаете-то? Ну, мы там в пятером себе премии по 8 миллионов баксов выписали. Вот У тебя есть 8 миллионов. Нет, у меня нет 8 миллионов. А у нас есть 8 миллионов. Тут нам сейчас еще за вечер, Монстр-Хантер, по 7 тысяч рублей в недельку закидываем и себе еще по 8 миллионов. Да... Вот туда вот. Идите. Идите вот туда вот. Помните мой давнишний подкаст, когда Киберпанк выходил? И такой подкаст у меня типа Киберпук. В принципе, у меня претензий-то не было, потому что я-то игру прошел, как бы удовольствие получил. И я хочу ее второй раз перепройти. Возможно, даже и третий, но хочется что-то свеженького, чтобы в нее подвезли, и я ее перепройду. Как бы Киберпанк я однозначно буду перепроходить. Новый системник себе как раз куплю, чтобы со всеми свистоперделками его перепроходить. Потому что я... Проходил на высоких и на средних настройках, переключал то туда, то сюда, пытался поймать баланс, так его и не поймал. У меня слабая система просто для него. Не суть. Вот на новом железе я его перепройду, и желательно бы с дополнениями. Uh, так это. Делать это что-нибудь. А, ну и вот. И я э, говорил, что CD Project Red, руководство и эффективные менеджеры CD Project Red, из ребят, которые хотели удивить игроков каким-то неслыханным игровым процессом, превратились в ребят, которые хотели просто взять вот этот карьерный экскаватор. Знаете, даже не карьерный экскаватор, а вот эта огромная хрень такая круглая, где ковши, 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 вот так вот. Ну, которая, ну, она, да, она как бы карьерная, я не знаю, как она правильно называется, но это не экскаватор, экскаватор с одним ковшом, а это огромная, там много ковшей, она прямо вот так... И вот они вот на эту штуку сели, и бабки, гррррр, они начали грести бабки. Гррр. При этом что они делали? А что? А где у вас рпг то У вас киберпанк ролевая игра. Где роль-то? Я как отыгрываю? Выбор трех персонажей, которые влияют только на первый час игры, да? И все, дальше это ни на что не влияет. Можно за любого ночевать. Будь ты корпорат, будь ты кочевник, уникальные реплики в диалогах. Так они ничего не разрешают, эти уникальные реплики в диалогах. Вы можете выбрать любую, и диалог закончится одинаково. Ваша уникальная реплика ничего не дает. За каким она хреном? А за хреном, что она ви и видимо на стадии разработки-то было придумано, что она будет на что-то решать, но потом не успели и все вырезали. Так добавляйте, добавляйте, развивайте. Развивайте, подтягивайте, чините, ремонтируйте. Как бы и вас же не трогает никто. Ну, все, как бы, вот No Man's Sky вышли, обосл... а, а, обосрались, а через год сделали все, что обещали, и стали нормальной игрой. Но ну, это уникальный. Единственный, по-моему, пример, наверное, на последние 5, 6, 8, 10 лет, когда э, сделали то, что как бы обещали в конечном итоге. Люди не поддерживайте это дерьмо, пожалуйста. Я понимаю, что мои слова все равно никто не услышит. Что люди, которые играют в телефончиков, скажут, что ты старый олень, там что-то трендит, брюжит, слюной плюется, рожи строит, нафиг он нужен. У меня у папы сейчас возьму тысячу рублей, мне на два дня хватит там бомбочки варить, ведьмаки, а завтра, послезавтра у мамы возьму тысячу рублей, а после послезавтра у бабушки возьму ты. А я тебе скажу, ты взял три тысячи рублей, ты на три тысячи рублей можешь купить игру. От начала до конца. Где весь этот крафт происходит в самой игре? Мгновенно нажал, сварил компоненты, пошел, собрал, все сделал. И ты приключение, там сценарий, там не просто ты ты модельку закликиваешь палочкой какой-то, а там прям разные пушки у тебя будут или разные мечи. Тот же самый Ведьмак 3 просто купи его и пройди со всеми дополнениями, ты поймешь, что вот эта мобильная хрень это мобильная хрень. Ну, что ты там моешь? Не хочу, у меня компьютера нет, у меня есть смартфон. Я не удивлюсь, если Ведьмака 3 скоро на смартфон порт сделают, по-любому. Потому что он где только не вышел уже. И будет выходить до потери сознания. Пусть сиди Project Red, мы хорошие, у нас есть Ведьмак 3. На Киберпанк не смотрите, на Вичер Слеер. Ну, деньги платите, но не смотрите. Короче, меня раздражает эта ситуация. И я думаю, я такой не один. Конечно, огромное количество. Понимаете, если бы люди не играли в мобильные донатные помойки, они бы саморассосались, потому что у нас капитализм, И, как говорится, спрос раздает предложение. Если люди готовы за это платить деньги, то... Ребята просто расчехляют лопату и гребут с них деньги. Почему? Ну вы же платите за это деньги. Ну, значит, вам нравится. Ну, блин, да. То есть вас трахают в задницу, а вы за это доплачиваете. Потому что вам нравится. Вам должны платить. Нет, а вы еще сами платите. Да, продолжайте, продолжайте мне трахать в задницу. Мне это нравится. Внесите флюги Генхаймен, или как он там, вот это, бурр, вот эту штуку вот. Вот как это выглядит со стороны. ну не знаю, может я старый человек, может я люблю побрюжать, поговорить ни о чем, может быть. Но я сказал, что подкаст будет такой, просто вот, ну, просто вот, я не могу на это наблюдать, меня это бесит все. Пожалуйста, прекратите это поддерживать. Если ваш ребенок донатит, ну, объясните ему, что можно эти донаты скопить и купить игру за полную стоимость от начала до конца, дарющую дарящую какое-то приключение. Я вот, вот, вот в этом месяце вышел за эссент, я прям рекомендую всем. Он 1300 рублей стоит. 1300 рублей стоит. Прекрасно, стреляешь, все на месте делается, ни за что не надо платить. Все, ты его купил. Ты его купил, и ты в него играешь. Все. И Чернобылит наконец-то вышел открытый доступ. Я, ну, в плане, вышел в релиз, да, в релиз. Я его ни альфу, ни бету не смотрел, не поддерживал, купил вот на релизе. Он 600 рублей, 600 рублей в Steam. 600 рублей в Steam. Не сказать, что игра, конечно, шедевральная, там есть куча проблем, но за 600 рублей, за 600 рублей, за 600, 600 один раз заплатил, и у тебя игра от начала до конца. Ты ее можешь пройти. Можешь до бесконечности травки собирать, можешь до бесконечности мухомор собирать, можешь до бесконечности базу строить, можешь этих дебилов своих посылать туда, принеси мне патронов, принеси. Да, там тупые боты, конечно. У меня был военный, который за мной в здание забежал, я в здание обежал, захожу, он стоит в стену, смотрит, затылок мне подставил, это пух из наганчика, и все, бот готов. Но за 600 рублей, за 600 рублей в донатной игре, 600 рублей, это ну день-два, все, все, бомбочки кончились в случае с вечером. В общем, я надеюсь, вы поняли мою мысль. Все равно ничего не изменится в ситуации, судя по тому, как мобильный рынок расцветает, это будет прогрессировать. Но просто вот знайте, что есть люди, которым это не нравится, которым это все, которые хотят брать игру за полную стоимость и получать весь контент полностью. Выйдет потом дополнение, докупить дополнение, хорошо. Ну, уж сколько можно? Перестаньте монетизировать. Вы монетизируете какое-то говно, которое даже нельзя руками потрогать. Ну, вообще, любую видеоигру нельзя руками потрогать. Ну, что у тебя все вот на мониторе перед тобой происходит. Но ну, можно хотя бы эмоции получить по полноценные, завершенные. Это как, знаете, грубо говоря, вы сексом занимаетесь, и вот у вас раз оргазм, и вы такие, о, довольные все, счастливые. Вот эта игра за полную стоимость от начала до конца. А вот донатная дресня, которая вы сексом занимаетесь, 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 елозите, уже пот у вас течет, уже уже между булок разъедает. Уже ел, у вас уже на пенисе уже капилляры вздулись, уже полопались, уже писюм посинело. Вы все занимаетесь и занимаетесь и занимаетесь, не можете кончить. Фух, на следующий день все то же самое. Вы опять, 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 опять. А, 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 а никак! Все! Нет финального смысла. А это ладно, если вы. А в случае с донатными играми вас. И тут